Всем привет, друзья! Мы в спортивном зале. Это Влад. Это Влад. Вот Влад. Это Ваня. И сегодня мы покажем, какие самые частые ошибки делают новички, когда занимаются в спортивном зале. Погнали. Ну что, пацаны, что вы делаете вообще в начале тренировки? Как обычно, разогрев. Разогрев, разминка. Вот это правильное решение, потому что многие новички вообще не разминаются. Из-за этого травмы всякие, отрывы бицепсов и грудных мышц. И это очень стрёмно. Поэтому всегда разминайтесь. Короче, мы решили делать вообще любые упражнения, потому что все занято, у них зал просто маленький, все забито. И мы начнем с трицепса. Погнали, посмотрим, как он делает. Смотрите, две ошибки, которые он сделал. У него тело абсолютно прямое, и у него руки ходят просто. Смотрите, как правильно. Встаете в такое положение, тело зафиксировано, тело немножко вперед наклонено. Руки абсолютно прижаты к корпусу, они не должны вот отходить прижаты, и работает только трицепс. Жопу немного назад выпустить вот так. Сейчас посмотрим, как Влад сделает, какая у него техника. Я надеюсь, он повторит мою технику. Смотрите, опять же, да? Он неправильно делает, потому что у него руки, они ходят. Вы должны прижать руки абсолютно к корпусу. Давай, делай. И они не должны двигаться. Вот. Вот это правильная техника. Руки не должны двигаться, они должны быть прижаты к корпусу. Вот это теперь правильно. Сейчас мы переходим к жиму ногами. Мы делаем все упражнения, просто смотрим, какие ошибки они будут делать. Сейчас Ванек будет жать ногами. Погнали. Кто заметил ошибку первую? Смотрите, когда он жмет, у него колени выходят дальше носков. Это огромная идет нагрузка на колени, они просто на вылом идут, ломаются. Ноги должны поставлены быть повыше, вот сюда прям. Чтобы колени не доходили до носков, тогда будет все хорошо. Вот, вот это теперь правильно. Ты не дышишь совершенно, это вторая ошибка. Ты должен дышать. И ты большой вес, видимо, взял. Опускай ноги на полную. Теперь смотрим, как это делает Влад. Немножко вес поменьше поставили. Давай. Ты запомнил технику? Давай. Ноги стоят правильно. Дышать ты должен сильнее. Знаете, даже качки огромные, они просто орут даже в зале. И с этим они просто звук выкидывают и воздух. Надо дышать обязательно. Вот это теперь правильная техника. Теперь переходим к подъемам гантель на бицепс. Давай. Опять банальная ошибка. У него тело просто шатается. У него руки шатаются вот так. Это вообще абсолютно неправильно. У тебя тело должно быть зафиксировано просто. Руки зафиксированы. Работают только бицепсы. Ты, видимо, большой вес берешь слишком. Возьми поменьше вес. Вот. И давай. Вот. Тело зафиксировано, руки зафиксированы. Работают только бицепсы. Правильная техника выполнения подъемов на бицепс. Вы стоите прямо, спина прямо абсолютно, и работают только бицепсы. Когда Ваня делал первый раз, у него прям вот такая фигня была. Это вообще неправильно. И не забывайте дышать. Когда вы поднимаете на усилие, это выдох. Когда вниз опускаете, это вдох. Итак, друзья, переходим к приседаниям. Сейчас посмотрим технику Ванька. Смотрите, в чем прикол. Опять ошибка. Мы это не наигрываем, ничего, он так и делает. У него колени просто идут вперед, опять на вылом. Это неправильная техника. Ноги немного назад, немного пошире, на уровне плеч ноги. И носки немножко врозь, вот так, не прямо, вот, вот так. Вот эта техника теперь правильно. Ты спину далеко очень держишь. Смотри, я покажу. Где-то ставим вот так, потому что это слит, он идет под наклон. В
этому упражнению важно приседать на полную, чтобы мышцы на полную растягивались, на полную амплитуду. И также следим за дыханием. Когда мы поднимаемся вверх, мы выдыхаем, когда вниз, вдыхаем. Теперь смотрим, как это сделает Влад. Опять же, смотрите, у него колени идут вперед, он неправильно делает. Хоть он слышал технику, он все равно неправильно делает. Ты ноги должен поставить подальше, подальше еще. Это Смит, у него, видите, наклонный идет. Вот так вот. Ноги на ширине плеч, даже пошире. Еще, вот так. Носки врозь немножечко. Вот так, да. Вот это теперь идеальная техника. И приседаешь глубже, 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 глубже. Вот. Теперь у него колени не заходят за носки. Техника более-менее правильная. Друзья, теперь переходим к жиму лежа. Посмотрим, какие ошибки они тут делают. Погнали. Смотрите, первая ошибка. Он вообще не прогнул спину. Когда вы жмете, лучше прогибаешься в спину. Во-вторых, гриф должен подходить вот сюда, на грудь. А он жмет вот сюда куда-то. Дыхание теперь правильно. Вот. И выгни спину сильнее. Хорошо, давай, я покажу, как делать. Нужно зафиксировать тело. Максимально выгнуть спину. Вес, конечно, детский, но на этом весе видно правильную технику. Ну что, теперь посмотрим, как Влад это сделает. Спину выгни опять. Да. Не забываем дышать. Хорошо, более-менее правильно. Молодец. Теперь посмотрим, как Влад это сделает. Я надеюсь, он услышал технику. Нет, у тебя ноги в этом случае должны прямо быть. Прямо, да, вот так. Вот, теперь у него колени не уходят. У него колени на уровне. Нагрузки гораздо меньше на них. И спину, да, выгибаю в конце. Вот. Вот это правильная техника, молодец. Хорошо учится. Лайк. Лайк. Ну что, друзья, закончили тренировку. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И будьте правильными молодцами. Будьте хорошими новичками. Пока.